Thank you.
Два.
Я бы сказал, что это не было бы, если бы 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 не было бы, если бы
В этом бою со счетом 2-1 выиграли Жовтовый Красный Город.
Thank you.
Самбистом попался, да, сейчас? Да? Ну, давай. Дрейф, надо выиграть. Помню, но Россия как боролся. Ну, а так, для разминки тебе был. Ну, а вот сейчас будет серьезный бой.
активности. Победа из одного из красных поясов. Все, чисто там надо как-то Готовится весовая категория свыше 45 килограмм, возраст 10-11 лет. Константинов Кирилл, Литвинчук Владимир. Кистенев Марк, Кирилл Арсений. Thank you.
партию со счетом 2-1. Победу держу в красном городе. Друженька, вперед, шагом мэр. Вижу, как победу. Наконец, нас выходит финал. Одержал Кузнецову Михаилу. Занял первое место в весовой категории. Кузнецов занимает второе место. Приглашается на ковер Константинов Кирилл, Литвинчук Владимир. Приготовиться будет на первое второе место Кистенев Марк и Арсений. По-классному. Thank you.
приглашается прийти в своих перерезвечий, чтобы они приглашали на место и все. Кто приедет в Волгоже? Кизнецов Марк и Марсин. Победа чистая бежала в синий пояс. Замечание против красных поясов. Подготовились мы идут по замечанию. Для всех синих поясов всех подготовились мы идут. Красного паста. Есть слово обнажение, стоп. Чистый победы бежал боец красного пояса. Свистит гонял. Они с ним были занимают третий почетный место. Приготовился к своей категории 35 килограмм. Анисима Хабули, Тучина, Данил. Убери красного. Второй раунд.
Первый турнирский прекрасный мало. Считайте не результатом. Пять секунд. 10 секунд упорного движения. За 30 секунд Лавнадо Плавов победу одержал бойцы с красным поясом Анисим Махамбаев. Занял первое место в весовой категории до 36 килограммов. До 35.
Слава Богу.